приветствовать сегодня вас в этом уютном зале на гостеприимной мордовской земле. В течение двух дней нам предстоит увидеть очень жаркие баталии по аудитории университета МГУ имени Огарева. И я уверен, что победят сильнейшие. Разрешите считать вторую интеллектуальную олимпиаду студентов Приволжского федерального округа открытой. Республики радует уже второй год подряд. Все очень здорово, ребята довольны размещением, питанием, особенно вузом, прекрасный вуз. Желаем успехов и научных достижений. Ну, хотелось бы пожелать всем участникам удачи, может быть, каких-то успехов, творческих, хороших идей, ну и, безусловно, честной борьбы и победы. Побед! Желаю всего самого хорошего и высоких достижений. Участникам Олимпиады хочу пожелать честной борьбы и удачи. Я желаю всем участникам, всем 14 регионам ПФО удачи, успехов и всего самого наилучшего. Я надеюсь, что это будет настоящая борьба интеллектуалов. Всего самого шикарного всем участникам Олимпиады. Чтоб все было не зря. Хотим хорошей игры, чтобы все ребята получили удовольствие, чтобы уехали с хорошими впечатлениями о этой прекрасной земле и этом городе. И спасибо большое за гостеприимство. Нам очень нравится гостиница, в которой мы живем, и, конечно же, университет, который принимает данный конкурс. Волонтеры классные, вот особенно девушки в кокошниках, очень хорошо. Ну и вообще, в принципе, да, молодцы, все дружелюбные, помогают. Вот если без шуток, то серьезно, очень круто. Естественно, Пенза желает только удачи, успехов, побед. Прежде всего, приобрести наибольшее количество опыта, которое можно извлечь из этого мероприятия. Мне кажется, это самое важное. Помните, ребята, то, что вы уже победили, потому что вы здесь. Просто расслабьтесь, получайте удовольствие, драйв. И помните, жизнь существует, пока мы движемся.